На 16-м километре федеральной трассы А-135 южный подъезд к Ростову-на-Дону построили новый надземный пешеходный переход. Работы по его строительству стартовали весной этого года и уже полностью завершены. Новое сооружение возвели вместо зебры на четырехполосном участке трассы, к которому с одной стороны дороги примыкает садоводческое товарищество «Труд», а с другой расположена автобусная остановка, ведущая в региональный центр. Длина нового сооружения вместе с лестничными сходами составляет порядка 100 метров. Переход крытый, снабжен освещением, пандусами и тактильными плиткой для маломобильных групп горожан. Помимо строительства самого сооружения, специалисты заасфальтировали пешеходные дорожки на подходах к нему и благоустроили территорию вокруг. Движение на южном подъезде к Ростову-на-Дону очень интенсивное, достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. И главная цель строительства – ликвидировать очаг аварийности и создать безопасность для пешеходов. С просьбой о его установке в Федеральное дорожное управление обращались горожане и местные органы власти. Помимо основной задачи, такое решение позволило убрать зебру со светофором, повысить разрешенную скорость движения с 70 до 90 км в час, обеспечив таким образом для транспорта безостановочный проезд по участку, что положительно скажется на экономике перевозок.